Приветствуем вас, дорогие друзья. Рады вас порадовать, что у нас сегодня вновь в студии Элла Хрусталева, наш добрый друг и коллега, поскольку, как мы выяснили из «Приветствуем сердечно вас». Здравствуйте. Поскольку выяснили мы в нашей первой встрече за этим круглым столом, за чайком нашим, что вы по преимуществу педагог по своему первому и фундаментальному образованию, и теперь уже и, как известно, и организатор, и руководитель коллективов творческих, и взрослых, и детей, и как в собственном исполнении солистка известная. Ну, наверное, тем дороже ваш опыт педагогический, потому что он очень тесно связан с личным творчеством. Это, конечно, лучше не придумаешь, когда мы размышляем о педагогической деятельности в наше время, будь то в области вероучительных дисциплин или других школьных, особенно гуманитарного, да и не только, и, естественно, научного круга тоже. Мы говорим о необходимости творческого подхода. Даже если ты сам не поешь, и ты физик, явно, что нужно как-то не слишком буквоедски, но с какой-то живинкой, изюминкой, искоркой относиться к делу своему. Так вот, педагогика, насколько я помню, была у вас связана с филологией, русский язык, литература, но все-таки наиболее востребованной вы оказались в нашей жизни рязанской в качестве преподавателя дополнительного образования, музыкального. Да. Это очень интересная область. Она же пестует деток не просто в направлении необходимого, там, минимального, среднего образования, а дает им какой-то творческий импульс, дает им чуть ли не путевку в какую-то творческую жизнь, если они вдруг захотят и возмогут ее воспринять. Как вы рассматриваете вообще вот это направление, которое называется довольно скромно дополнительным образованием? Есть образование, есть что-то дополнительное. Понятно, что оно и оценивается, к сожалению, чисто зарплатно в нашей стране печально мало, но при этом она, именно эта область, я тоже знаю не понаслышке, дарит более всего, кажется, и положительных эмоций, и нравственных уроков, мне кажется, для молодежи. Как вы почувствовали вот эту востребованность такого рода деятельности для себя? Какие ее основные признаки? Спасибо. Это так важно на самом деле. Мне кажется, вот дополнительное образование, оно действительно в какое-то время назад, оно не было так оценено, как сейчас. А вот сейчас, с приходом особенно нового нашего министра образования, именно на дополнительное образование делается ставка. Очень серьезная. Потому что дети загружены, дополнительное образование может, ну, как бы дополнительные занятия, творческие там или спортивные, они могут их разгрузить, они могут дать какую-то отдушину. И действительно помогают человечку как-то себя найти, обрести, потому что я это знаю по собственному опыту. У меня в гимназии номер 5, где я работаю уже 15-й год, выпустился один ансамбль. Детский коллектив с 1 по 11 класс я вела девчонок, и сейчас набран другой коллектив. Я вижу, как детки меняются, но интерес к музыке, интерес к творчеству и всему, что связано с этим, и к выступлениям, и к самореализации, и к проработке песен, глубоких смыслов, да, он нарастает. На самом деле, мне кажется, что мы долгое время жили в каком-то таком периоде, когда были утрачены смыслы. И нам предлагался поверхностный взгляд вообще на все. Ну, типа там расслабься, плыви по течению, там, бери от жизни все. Вот это реализация какого-то инстинкта потребления, что ли. А за всем этим стоит поиск души. Нельзя душу накормить какими-то поверхностными ценностями ни в коем случае. Я точно знаю, что когда я, например, даю какую-то песню, или там несколько песен, вот мы работаем, либо мы выстраиваем двуголосие, там, и трехголосие, мы это сразу столько
ну, к стольким целям мы приходим. Это и коллективное сотворчество, сотрудничество, умение слышать друг друга в этом многоголосии. Это история создания песни. Это раскрытие каких-то смыслов. Мы параллельно, например, с разучиванием текста, у меня приходят на ум какие-то все время ассоциации, какие-то истории с этим связаны, там, и с композиторами, и с поэтами, и с какими-то ситуациями из жизни, и с кино. И девчонки мне просто не хотят уходить после занятий, они хотят еще посидеть, там, чаю попить. И для них это настолько важно. Мы до сих пор общаемся, встречаемся с теми, кто уже выпустился. Педагогика, она вообще этим очень ценна, человеческим контактом и умением воздействовать на какие-то глубокие струны в душе ребенка. Здесь ведь очень многое связано с отношениями с родителями, чтобы они тоже понимали, потому что хорошо, когда ребенок сам увлечен, но, к сожалению, иногда именно родительская некомпетентность, педагогическое непонимание того, что действительно нужно. Ведь родители сейчас, наверное, довольно прагматично относятся к этим дополнительным занятиям. Да. И дай бог здоровья Ольге Юрьевне, министру нашему, который действительно сейчас... Как я думаю, Россия вымолила, мне кажется, да. Это ну, такого действительно здорового министра образования. Вот, но при этом именно в область более коммерческую переходит дополнительное образование. Родители должны финансировать. Не то, что государство берется решать все вопросы с дополнительным образованием, хотя, конечно, именно в нем можно достигнуть тех целей, о которых и Станиславский говорил, что его система – это поиск жизни человеческого духа на сцене, как синтез этого дела. Поэтому это так для всех изумительная система, потому что она не является ни мертвой схемой, ни каким-то подменой, чего сейчас очень часто ищут на большом экране, и на большой сцене, вот, в потребу потребителю. Но уровень родителей соответствует ли тем высоким педагогическим задачам, которые вы сами ставите? Потому что когда я был некоторое время таким антикризисным директором православной гимназии, то детки не вызывали никаких недоумений, они нормальные дети, обучаемые. А вот родители многие как раз, кто ультраправославные, кто недоправославные, как раз и вызывали массу вопросов и недоумений. И у меня как директора, и у педагогов, вы в этом отношении как гармонизируете отношения с родителями для того, чтобы дети все-таки вам достались на это образовательное дело? Чтобы дети еще и остались в коллективе. Да, вы попали в самое больное, потому что у меня буквально вот где-то в ноябре ушла из коллектива очень талантливая девочка. Просто потому, что мама сказала, что нужно больше времени учёбе. Да, уделять алгебре. Да, алгебре, физике, конференции, олимпиады. Вот. Я думаю, это еще связано, конечно, с особенностями возраста. Это 10 класс и какие-то другие интересы. Но остаются все равно. Вот те, кому это нужно, остаются. Заинтересовать можно концертными выступлениями. Вот самореализация – это то, что... Вдохновляет родителей. Их всегда очень греет, конечно. И самих, их родителей. И выступления, допустим, в художественном музее. Вот мы недавно с девочками выступили. Они просто были окрылены, и они хотят этого. А конкурсы будут конкурсы, конечно. Вот. Что я хочу сказать. На самом деле семью очень сложно победить, если можно так выразиться. И я понимаю, что я, вот вкладывая в ребенка, я не могу, точнее как, я могу хотеть внутри себя, из-за себя, из-за того парня, из-за ребенка, из-за родителя. Но это будет непродуктивно. Если ты слишком хочешь, и вот, допустим, тебе нужно, чтобы вот, ты видишь талантливый ребенок, и ты его выдвигаешь там на какой-то конкурс, там еще куда-то, а родитель просто на это все смотрит, и он ощущает себя просто потребителем. И ты на него уже работаешь, как наемный работник, да? Вот этого ни в коем случае тоже нельзя допускать. Нужно так выстраивать отношения, чтобы был такой баланс. И взаимных интересов, и взаимных каких-то выгод. Потому что не должен... Знаете, меня всю жизнь коробил вот этот термин, как только он появился, образовательные услуги. Но не в услужении, а у вас это надо понять. Это не, если это служение, то какое-то высокое. Но ни в коем случае это не... Не то. И я очень рада, что вот наш министр Ольга Васильева, да, она говорит о том, что это... Васильева. Васильева, да. Она говорит, что термин «образовательные услуги» должен уйти. Да, да. И просто, знаете, я вздохнула с облегчением. Если это действительно будет так, то это будет прекрасно. Потому что родители многие, они же оттуда из 90-х,
Так. Они так и думают, что им все должны. Mm-hmm. Вот школа должна. И они никак не понимают, что это такой взаимный, упорный, внутренний, глубокий труд. Да. Вот. И в основе которого лежит согласие. И согласие, единомыслие, да, какой-то родителей, наставника. Не просто вот научите его, а давайте вместе продвинемся. Да. Вместе с деткой к тем высотам. Как... Ну вот музыка, она дает, знаете, она дает это согласие, кстати. Mm-hmm. Потому что ребенок, он... К счастью, вот какое-то время проходит, он начинает отличать там негармоничное звучание mm-hmm. от гармоничного. Выстроен аккорд, звучит ли он фальшиво, или mm-hmm. мы пришли, какое-то, какая радость, когда они чувствуют, что начинает звучать аккорд. Вы понимаете, у них на лице, они просто физически эту радость ощущают, они ликуют просто, и это mm-hmm. настолько здорово. Воспитание чувств. Да, ну, и они так много нового о себе узнают вот в этом. Угу. Вот это ощущение, что я могу, да, а я, оказывается, да, и привлекаю. При этом насколько надо быть мерным для того, чтобы созвучивать, чтобы звуки были в гармонии, насколько, да, и по жизни надо быть и внимательным, и осмотрительным, и осторожным. А вот знаете ли, я в своем роде пережил, конечно, по жизни вот эту... соблазн искусством, потому что, конечно, при том, что это развивает замечательно человека молодого и дает ему и стимул, и интерес, и даже ценности жизни, но при этом заражает и некоторой такой особым самоценом, значимостью. Все-таки он ищет аплодисментов, родители все более им восхищаются. Тут есть две опасности. С одной стороны, не всегда объективная, скажем, переоценка собственных способностей, сил, с требованием и дальше, чтобы был успех, а его нет, и не отсюда ли появляются потом какие-то разочарования и дурные, трагические буквально пристрастия. И другой момент – это просто чувство собственного какого-то особого величия, да, которое пускай даже не реализуется. Вы как-то отслеживаете эти процессы в своей педагогической деятельности? Знаете, у меня вот есть такой природный скепсис. Если я начинаю видеть, что какие-то там звездные замашки. Угу. Хотя у нас гимназии-то не особенно практикуются как-то вот себя в качестве... Противопоставлять остальным, да? Как? Да, вот особенно вот в сфере дополнительного образования. Угу. Все коллективы, которые у нас существуют, там это театральный коллектив или ансамблевый коллектив, как-то мы с этим справляемся. У нас, конечно, есть такой... скажем так, подведение итогов творческого года под названием «Звезды гимназии». Но, слава богу, у нас хватает ума и внутренней какой-то такой самоиронии относиться к этому с достаточной такой адекватностью. Mm-hmm. Понимаете, я вообще убеждена, что живая музыка, она все переборет. Потому что, ну вот, предположим, ребенок... Тут надо вот еще о чем сказать. Культивирование вот этого звездного начала в ребенке, особенно если в него вложены какие-то деньги, да, и родители понимают, что там инвестируют в него, там, в его костюм, в его фонограмму, там, в его имидж, во всякие разные вот там занятия и ожидание вот этой какой-то отдачи. Mm-hmm. Снятие какого-то дорогого клипа. Но это все не к нам. Это в каких-то других студиях это может быть. У нас этого нет. У нас, к счастью, вот есть какой-то, ну, сбор на самое необходимое, там, на костюм или на фонограмму, если она нужна. Лично мне легко работать, потому что рядом со мной всегда рояль. Он не требует вложений. Угу. Там мы не платим за фонограмму. И это живая музыка. Мой аккомпанемент и соприкосновение вот вообще вот с живыми музыкантами, которые нам иногда помогают, они начисто избавляют от всякой звездной болезни. Потому что, вот, допустим, ребеночек возомнил о себе, там, что он там, ну, не знаю, там, Лара Фабиан. Угу. Тут приходят живые музыканты, которые готовят с нами отчетный концерт. И они отчетливо видят уровень, на котором находятся эти дяденьки,
Вот. И сама Алла Александровна, которая ему аккомпанирует, да, вот. И, собственно, говорит, там даже говорить ничего не надо. Точно, сама жизнь все расставляет на места. Точно напоминает воспитание послушников и монахов в больших лаврах, как-то из Сергиева. Почему оттуда такие замечательные шелковые братья выходят? Потому что перед их глазами всегда удивительны кротости и смирения, такие настоящие уже зубры духовной жизни, которые отличаются как раз готовностью всегда занять последнее место, всякой внимательностью и бережностью в отношении к ближнему, всяким осторожностью и воздержанием во всяких земных радостях. И поэтому какой-то не есть из себя молодой иеромонах, признанный, уже окруженный какими-то духовными чадами, ты все равно, видя рядом с собой настоящих и уже потрудившихся в духовной жизни, поневоле смиряешься и понимаешь, что ориентир верха – это не на самом деле не там, а вот там. Да, и, да. Наверное, по музыке это очень похоже, на самом деле. Вообще, это вот живая жизнь. То есть, если правильно вот это русло направить, течение живой вот этой жизни, и музыкальной жизни, и общения, то все будет именно так. И вот я говорю, меня всегда выручает вот живой аккомпанемент. Угу. Это музыка, она настолько способна, когда она живая, когда она непосредственная, она способна настолько наполнить собой. И потом, вы правильно совершенно сказали, вот готовность занять какое-то место где-то вдалеке. Угу. Я знаю, что я могу побыть и солистом, и простым аккомпаниатором. И мне это совершенно не в тягость. Я этого совершенно не боюсь. Я даже очень люблю аккомпанировать и как бы выдвигать детишек на первый план. И вот когда они вот это видят, вот этот вот такой баланс, я могу и здесь побыть, и себя не потерять. Я могу и себя немножко там отодвинуть на задний план и тоже себя не потерять. Вот. То есть какое-то такое разумное равновесие. Я думаю, что будет многим интересно нашим слушателям. Это услышать от вас ответ на вопрос о том, как содействовать творческому развитию ребенка, как усмотреть его способности. Это волнует и родителей, и педагогов многих, которые хотят неформально как раз относиться к своему делу, понимая, что ребенок должен развиваться и как-то индивидуально. И священников, как раз одним из главных напутствий моего духовника в мою скромную педагогическую деятельность была как раз фраза о том, что необходимо прилагать все усилия именно для развития творческого потенциала каждого ребеночка, который оказывается в кругу твоего педагогического внимания. Вот какие тут должны быть подходы, как не ошибиться, может быть, и в жанрах, и в видах искусства, на чем вообще должны тут вот эти базироваться вот эти дальнейшие шаги развития, то ли все пробовать. Я в свое время создавал в Москве сестричество, целью которого было как раз предоставить молодежи, там это в основном было девчачье сообщество, первичные навыки в разных направлениях, там пение, кулинария, рисование, шитье, ну вот такое какое-то разнообразие. А как вот вы относитесь и каким образом реализуете вот эту помощь ребенку в раскрытии его таланта? Родитель должен быть просто внимателен. Если ребеночек поет, да, просит там какой-то инструмент, ну, как я, например, в 4 года просила, чтобы там было пианино. Мне купили маленькое пианино, я от него просто не отходила. Вот такой вот формат, такой ящичек игрушечный. Вот. Если он там видит, что там интересно, смешивает краски, допустим, это любит, либо это активный ребенок, который кувыркается, ему нужно там в спорт или в танцы. Но это все, это очевидные вещи. Другой, следующий этап – это заняться поиском хороших специалистов и понять, что ты хочешь сам от ребенка. Если ты хочешь, я считаю, что каким бы ни было прекрасным, там, не знаю, детская эстрадная какая-то студия, но нужна. Я за классическую музыкальную школу. Я вообще за классику, за то, что у нас возревало годами, десятилетиями там. Потому база что должна в любом база, случае, абсолютно, да. Конечно. И вот это погружение, изначальное погружение в музыкальную жизнь. С трудом, с репетициями, с обязанностями, с ответственностью. Вот. Потому что это не только вот, красота, там, карнавал, там, блестки. Это труд. Это труд. Хотя, конечно, наверное, искусство эстрады, оно немножко другое, быть может. Да? Там больше шоу.
Но без этого основания, о котором вы говорите, ничего не будет хорошего. Да. Для меня сейчас, знаете, немножко парадокс, что в нашем самом главном, самом заметном искусстве капустники, которым мы в ГИТИСе занимались раз в 2-3 месяца, ну, такой день театра, посвящение, они сейчас стали безупречным лидером. КВН, капустники, те вот самые главные хохмачи наши веселые там ребята, они составляют элиту искусства, которая безупречно царствует. А все остальное, что составляло главное занятие нашего тогда вполне серьезного театрального попечения, оно настолько где-то там уже на низших этапах народного интереса. Или это всегда так? Нет, вы опять попали в точку. На самом деле, когда я пришла в 5-ю гимназию, там было же еще несколько педагогов в дополнительном образовании, был школьный театр музыкальный. Я вначале пришла как педагог школьного театра. Я написала музыку детскому спектаклю и репетировала с детками вот эти арии, партии. Вот. И правил бал формат вот именно КВН. Вот это капустно-КВНное, оно было... Надо отдать должное. Сценарии пишутся оригинальные всегда, но они такие забавные, они такие задорные, зачастую даже провокационные. Вот. И я понимала, что мне, вот лично мне в этом формате очень некомфортно. Ну, поскольку я умею так незаметно уплыть из того формата, который мне некомфортен, как это было, допустим, с джазовой группой, где я пела, да, то и здесь я как бы начала просто делать то, что мне интересно. А мне было интересно, да, мне, кстати, сказали, когда, а мы с детьми работаем только под фонограмму. Зачем нам живой рояль? Это уже не актуально. Или еще там вот тетенька с баяном из советского прошлого. Я говорю, во-первых, я не с баяном, а там у меня там синтезатор, как минимум. И вообще рояль, это очень классно. Во-первых, это забытый такой немножко формат салонного музицирования. Да-да. Я начала вот это внедрять просто потому, что это было мне близко. Мне кажется, что это, опять же, зависит все от человека, что вот он сам привносит. Просто не бояться и потихонечку это внедрять. И детки, они на это откликнулись, потому что мне было скучно работать с фонограммой. Мне не скучно никогда работать с живым инструментом. И постепенно, и еще меня, знаете, в то время меня поразило, насколько было слабо выражено патриотическое начало. Я стала просто включать в репертуар песни лирико-патриотические. Не какие-то такой ура-патриотизм, а вот начинать именно с лиризма, потому что он проникает в душу. Как-то детки охотнее это принимают, нежели какой-то такой глянцево-плакатный стиль. И вот с этого все началось. А теперь это фишка 5-й гимназии, вот это живое исполнение и многоголосие. Вот это действительно наша фишка. И с мамой джаз то же самое. Ведь мы начинали тоже с роялем. Вот. Это потом уже какие-то фонограммы появились, когда у нас появились коммерческие выступления на каких-то там корпоративах, но это уже пришло позже. А началось все с романсов, и вот именно с живого действительно моего аккомпанемента. И этот формат стал приживаться. Да, замечательно то, что вы сказали, и я как раз думаю, что в дополнение, вернее, в некоторое подведение итогов вашего ответа о том, как же помочь творчески сориентироваться своему ребенку, кроме того, что родители как объективно приглядывать должны за теми способностями, которые обнаруживаются, очень важно привести к такому наставнику, который действительно бы сам глубоко чувствовал то, чем занимается, и вот этот высокий вкус мог бы привлечь. Потому что, как сейчас ведь в Москве, я там даже некоторым образом пересекаюсь с созданием каких-то эффектных студий, где будут из вашего ребенка делать звезду. Но, опять же, стоит родителям, как мы советуем, выбирая начальную школу, смотреть прежде всего на классного руководителя, который будет проводить больше времени, а выбирая уже среднюю школу, на директора, каких он приоритетов держится, каких он, насколько он сам чуток вообще к процессу и культуры, и салонного музицирования, приобщения к ней, юного сообщества. Так что вот здесь второй шаг, мне кажется, как раз для того, чтобы это было реализовано, это вот такой очень живой педагог, с которым ты должен дружить, перед которым даже не восхищаться несколько, совершенно справедливо, не заказывая ему то, что я хочу от вас получить, а несколько буду еще увлеченным его собственной харизмой, как сейчас говорят. Знаете, это, мне кажется, все сводится, опять же, к формуле «ищу человека». Да, пожалуй, так. Да, все дело в личности. Очень признательна, дорогая Элла, за такое интересное и полезное, думаю, для большинства
если не для всех наших телезрителей, радиослушателей, рассказ. Хотя, конечно, педагогика – это как раз из тех областей, которые очень с трудом передается в схемах. Она настолько вся живая, да, и совершается. Поэтому, как говорили, одному старцу упрекнул послушник, говорит, что ж ты меня очень ничему не учишь. Говорит, я вот с тобой уже год живу, а ты мне ничего не говоришь. Он говорит, а что же я буду учить, смотри, как я делаю. Да. Делаю. И в этом смысле, конечно, посещение таких уроков, я думаю, самое лучшая школа. Благодарим вас от души. Храни вас Господь, дорогие друзья. До свидания. До свидания.